Столица Чувашии готовится ко Дню Республики. Улицы города украшают к празднику. На главных проспектах города устанавливают флаги с символами юбилея, баннеры и другие объекты. Транспортные кольца украшены цветами. На улицах Чебоксар появились выставки проекта «100 выдающихся людей Чувашии». Особое внимание жителей и гостей столицы должен привлечь арт-объект у монумента матери-покровительницы. Там будет установлен цветник с изображением карты Чувашской республики и циферблатом. Горожане к визуальным переменам относятся положительно. Ну, наш город, конечно, красивый, стараются. Везде все такой порядок. Мне очень нравится. На второй праздничной площадке в Красных Читаях работы по благоустройству площади Победы подходят к концу, и торжественные мероприятия пройдут, как и было запланировано.